Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 206 серии турецкого сериала «Кровавые цветы». Ранее мы увидели, как Дилан сидит вместе с Сабихой и говорит Барану, что ее мать умерла. Это то, что нам стало известно. Дилан спрашивает у Барана, как теперь мне с этим справиться? Я не знаю, смогу ли я выбраться из этой ситуации. Сабиха и Дилан плачут вместе. Дилан говорит Сабихе, что это не просто боль, это настоящая каторга. Это очень тяжело. Девушка говорит Барану, что теперь она знает точно, что у нее не осталось никого, кроме Барана. Баран, ты для меня весь мир. Между Юль и Феритом происходит очередная ссора. Девушка говорит, что ее больше не волнует то, что он говорит, потому что ты мне постоянно врешь, Фират. На фоне мы слышим голос Сабихи, которая говорит: «Поверь, я приняла такое решение из-за Джеванхира. У меня не было выхода». Баран говорит, что «Я всегда буду любить тебя, Дилан. Тебе не стоит так расстраиваться. Мне очень тяжело смотреть на тебя такую, когда ты страдаешь». При разговоре Барана и Кудрета, Баран говорит, что «Я не могу смотреть на все это. Нам нужно что-то делать». За этим разговором вдали наблюдает Хасан. Мужчина говорит, что тому, что вы задумали, не суждено сбыться. И вы об этом оба знаете. Премьера 206 серии турецкого сериала «Кровавые цветы» состоится 12 декабря.